Друзья, всем здравствуйте, с вами проект «Первый видеоавторынок». Как вы уже знаете, в автосалоне «РД Импорт» на все подержанные автомобили предоставляется техническая гарантия и юридическая, конечно же. В скором времени мы снимем полноценный фильм, в котором мы расскажем, откуда мы машины привозим, как мы их проверяем и так далее. А в этом видео я решил вам рассказать, как выглядят диагностические карты на наши автомобили. Прежде чем машина попадает к нам в автосалон, она проходит большое количество диагностик и проверок в тех городах, откуда они привозятся. Но прежде чем автомобиль встанет к нам в шоурум, в Новосибирске мы проводим дополнительную диагностическую проверку, и по результатам ее составляется диагностическая карта. То есть там прописывается информация о состоянии двигателя, коробки, подвески и так далее. И эту диагностическую карту мы предоставляем нашим клиентам до того, как они будут осматривать уже более подробный автомобиль, либо мы эту диагностическую карту фотографируем и отправляем нашим клиентам, которые находятся в другом городе и просят нас об этом. Чтобы показать вам примеры, я взял наши диагностические карты. Автомобили проверяются на проверенных СТО. Эти станции техобслуживания работают на свое имя, на репутацию, поэтому мы им доверяем. Значит, несколько вариантов. К примеру, вот у нас Subaru Impreza XV, есть по ней диагностика. Значит, и вот, к примеру, да, по технической части, значит, требуется ремонт рулевой рейки. Значит, сайлентблок надорван один, тормозные диски нужно проточить, по электрике пару вопросов есть, то есть это все указывается, прописывается, и так в каждом диагностическом листе. То есть если вы осматриваете машину, вам предоставляется эта карта, вам все становится об автомобиле понятно. То есть тут остается только визуально осмотреть машину, прокатиться там, понять вообще, она подходит вам или не подходит. Вот, к примеру, еще Toyota Corolla 2013 года. Машина свежая, но тем не менее, как бы есть пару вопросов у автослесаря. То есть здесь у нас задние колодки нужно менять и диски тормозные, передние и задние, их нужно проточить. По электрике здесь все нормально. В общем, вот так вот выглядят наши диагностические карты, которые очень подробно рассказывают о техническом состоянии автомобиля. Это очень удобно, потому что у нас очень много клиентов иногородних, и они просто не знают, где в Новосибирске проверить машину. Ну и вообще это удобно, потому что человек при осмотре автомобиля уже может оценить для себя, подходит ему машина или нет. Если наши клиенты сомневаются в результатах этой диагностики, то мы всегда предоставляем возможность проверить машину на своем СТО, на том СТО, которому человек действительно доверяет. Проверка всех автомобилей честная, именно поэтому мы предоставляем гарантию. Я почему уверенно об этом говорю, потому что знаю, как работает гарантия в случае RDM Import. Ни для кого не секрет, что несколько гарантийных случаев у нас уже было. Все-таки мы специализируемся на подержанных машинах. Но вы можете посмотреть видеоотзывы на нашем канале, либо почитать реальные отзывы наших клиентов на Флампе. Вы убедитесь, что гарантия – это не пустое слово в нашем случае. К тому же наша главная цель – это создание цивилизованного рынка продажи автотранспорта без обмана и без хамства. Именно поэтому мы любим свою работу и делаем ее качественно. С вами был проект «Первый видеоавторынок» при поддержке автосалона RDM Import из города Новосибирска. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на наш канал. С вами был Ян Симаков. Всем пока!